Пусть сегодня еще раз будет прославлено имя нашего Господа за то, что Господь позволил нам прийти на это место, чтобы слушать Слово Господне. С одной стороны, если мы уже верующие хотя бы десяток лет, то, наверное, все то, о чем я сегодня буду читать, мы тоже уже читали и рассуждали, и рассматривали. Но когда мы собираемся вместе, то Слово Господне настолько оно обильно и глубоко, что в некоторых случаях нам кажется, что мы это место читаем впервые, потому что не могли углубиться или не обращали внимания, или на то время сердце просто было не готово воспринять то, о чем написано. Поэтому мы всегда будем благодарить Господа за то, что Господь нам напоминает свои вечные истины, и в этом наше счастье. Вы знаете, когда сегодня наши правительства принимают какие-то законы, то это не значит, что они и завтра будут такими же. Особенно в последнее время они настолько быстро меняются, что сегодня можешь знать, а завтра окажешься в растерянности, потому что все поменялось, и ты не знаешь. А что касается Слова Господня, что касается принципов Божьих, характера Божьего, то Писание нам говорит, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому если мы сегодня поняли все так, как надо, то уже точно завтра пересматривать не будем. И пройдут столетия, может быть, в некоторой мере мы углубимся, станем понимать более тонко, более глубоко, но общее направление и общие принципы, они никогда не меняются, за что благодарение Господу. Поэтому нам очень важно не терять драгоценного времени, которое Бог дал нам, но все больше и больше углубляться в Слово Божие. Поэтому сегодня Господь дал нам день, чтобы что-то нам напомнить. И я повторю то, что Петр говорил однажды, что я напоминанием возбуждаю вас чистый смысл, чтобы вы помнили слова, реченные Господом и святыми пророками. Оказывается, мы можем что-то знать, но проходит время, как-то вот острота восприятия какой-то истины снижается, и мы уже просто иногда, ну, не можем ориентироваться правильно, не можем правильно избрать направление. Поэтому, если даже сегодня что-то будет напоминаться, но за это мы должны благодарить нашего Господа, потому что Господь хочет, чтобы мы положили глубоко, твердо. И вы помните этот текст Писания, я его неоднократно повторял. Он копал, углубился, и что положил основание. Поэтому, когда пришли трудности, воды пошли, бурные, так сказать, ветер, воды, то они не могли поколебать, потому что основан был на камне, глубоко укоренившийся. А то, что мелко, оно есть мелко. Вы часто наблюдаете в жизни, особенно в последнее время это стало видно, когда нас часто такие вот бураны посещают, то вот те деревья, которые глубокий корень, они иногда ломаются, но с корнем не выворачиваются. А некоторые деревья, которые очень массивные стволы, но корни мелко, хоть и большая площадь, но вывернет с корнем и лежит, потому что не глубоко. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день Господь в это слово положил глубоко в наше сердце. И мы уже немножко, наверное, и забыли, когда разбор был, прошло несколько разборов. Потом я напомню, хотя и коротенько, что на прошлом разборе мы очень много останавливались и проводили параллель между семьей и между церковью. Помните? И я отмечал, что для того, чтобы семья была крепкой, то у ней должны действовать церковные законы. Если они будут на уровне человеческих, пусть даже самых хороших, такая семья не может быть крепкой. И почему Господь именно сравнивает семью с церковью? Потому что в семье мы проводим наибольшую часть времени.
И мы имеем дело друг с другом на таком уровне близком, на котором с соседями и так далее мы не имеем. И что очень важно, что и говорят правильно, братья, часто приводят пример. Если ты, говорит, научился жить по-христиански в семье, то ты везде будешь жить по-христиански. А если ты в семье не умеешь жить, то ты не будешь жить нигде нормально. Потому что если даже будешь делать вид, и поведение будет нормально, то это будет просто не внутреннее такое поведение, а наружное. Ты просто знаешь, как надо, и живешь так, а в самом деле не согласен. Почему именно так? Потому что в семье известны все плюсы и все минусы. В церкви вы много обо мне не знаете, и я о вас тоже. А вот в семье вас знают очень хорошо. И ваши плюсы, и ваши минусы. И что мешает именно строить такие нормальные, тесные отношения? Конечно, не наши положительные стороны, а отрицательные, правда? Вот то, что хорошо, оно везде хорошо. А вот то, что у нас есть отрицательное, то как раз с теми людьми, с которыми мы чаще всего общаемся, а это все-таки семья, вот они там как раз и проявляются. И потом, если человек научится любить в семье, знающий человека, не только его стороны положительные, но и отрицательные, то и будет настоящая любовь. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Потому что любовь, я как раз подчеркиваю, вот то, что в прошлый раз говорил, она отдает свое, она отдает себя. Она не требует от постороннего чего-то. Естественно, когда нет полноценной, так сказать, ну, адекватного ответа равноценного, это будет огорчение. Но если любовь есть, она не перестает любить. Потому что любовь в том и заключается, чтобы самому ее дарить, а не ждать, чтобы кто-то ее дал. И я просто напоминаю то, что говорил в прошлый раз. Человек, который требует «люби меня», это означает, что у него самого ее нет, той полноценной и настоящей. Это может быть как-то звучит, как парадокс какой-то, но на самом деле это так. Я понимаю, что в жизни нам это очень трудно. Но Писание говорит, если вы любите любящих вас, вы помните это место Писания, то что вы особенного делаете? Вы же просто обыкновенные люди, как и все, которые вас окружают. И язычники то же самое делают. Они любят тех, кто их любит. Но вы любите ненавидящих вас или злословящих вас и благо творите тем, которые вам вред делают. И вот тогда это будет та любовь, которую Господь считает любовью. А все остальное это что-то, ну, немножко напоминает любовь. Не скажу подделка, наверное, не совсем подделка под любовь, но это не то, что надо. И потом мы в прошлый раз довольно много говорили на эту тему. И как образец вот этой любви, Христос дал любовь свою. И мы некоторые пункты проходили. Вы помните, я говорил, что Христос взял на себя наши грехи, наши немощи и наши болезни. Помните? И когда Он нас призывал, то, будучи Богом, Он знал, какие мы будем. Он видел, какие мы были. Он говорит, нас возлюбил когда? Когда мы были еще грешниками. Что это означает? Он нас любил. Что это означает? Мы Ему не молились никогда. Мы не благодарили Его за хлеб, который Он давал нам, за воду, за воздух. Мы не благодарили Его за здоровье никогда. И некоторые вообще воевали против Него.
выступали с лекциями на тему, что Бога нет, и так далее, и так далее, и так далее. И Он тогда нас возлюбил, когда мы были еще грешниками. Я имею в виду тот период нашей жизни, когда мы уже на землю пришли. А если говорить более, так сказать, дальше, бросить свой взгляд в историю, то Он возлюбил нас тогда, когда вообще нас еще на земле не было. Но Он видел нас в своих планах, знал, какие мы будем, и умер за нас, для того, чтобы тогда, когда мы придем на землю и услышим Слово Господне, чтобы мы могли принять Его любовь, которую Он нам предлагал. И Он вызвал в нас любовь к Нему Своей любовью. Если бы Он нас не помиловал, если бы Он не дал нам спасение и жизнь вечную, то мы никогда не смогли бы обратиться к Нему. Но когда мы уже вкусили, как благ Господь, то Господь в нашем сердце зажег любовь. Но это только потому так получилось, что Он любил нас, несмотря на то, что мы были врагами Ему по расположению к злым делам. Так говорит Священное Писание. Вот так Господь хочет, чтобы мы любили друг друга, тем более нашу собственную семью. Но это получается не так просто. И я не буду конкретно называть имен, не буду называть конкретно личностей, но кто-то однажды ушел и с одной, так сказать, ну, для нас благословенной миссии, которая очень многие делали, это не к нам относится, не к Белоруссии, не к России, это где-то там, хотя я говорю конкретные вещи, только потому, что впоследствии увидел человек, когда прибился больше к людям, которые проповедовали, что не все так в их жизни было, как это было тогда, когда не знали все. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Когда говоришь, конкретно называешь имена, становится понятнее. Но когда немножко что-то скрываешь, то тогда и сам смысл может быть непонятным. И это только потому, что этот человек не мог никак вложить, что на земле совершенных людей нету. И здесь нет ничего удивительного, потому что Писание говорит, святые, что пусть еще делает? Святый пусть еще освящается. Вот нам хотелось бы видеть святого, ну, в полном смысле слова. Но таких людей на земле нету. И церкви идеальной нигде нету. В одной одна сторона хромает, в другой церкви другая сторона хромает. Ну, а у нас тоже. Есть нечто в характере, есть нечто в поведении, что, может быть, не совсем соответствует тем стандартам, которые мы нарисовали. И когда у нас нет той любви полноценной, мы тогда разрываем связи. И это самое, что ни на есть, печальное для нас, непонятное и неприятное. Поэтому Писание, когда говорит нам, как любить жен, то семья – это, по сути дела, церковь миниатюры. Вот почему Господь говорил о семье, а потом в конце сказал, это я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Вы знаете, что я когда-то, кажется, у Барановича говорил на эту тему, что вот эту церковь Христова или общество святых, которые будут спасены на небе, они названы семьей тоже. Это тоже семья. Это будет такое честное общение, когда все будут, ну, на виду друг у друга. В семье, как бы мы ни говорили, не всегда это так, потому что мы во плоти находимся. Но, тем не менее, больше, чем о ком-то мы знаем о своих близких и домашних, правда? Потому что мы рядом с ними. Если отлучаемся на время работы, когда у нас беда и проблемы, то, как правило, куда бегут? В свою семью собственную. Отдохнуть где можно? В своей семье. На работе не отдохнешь. В
церкви тоже не отдохнешь. Ну да, вы поймите меня правильно. Когда Господь нас посещает, когда Господь нас благословляет, когда Господь нас милует, мы это находим в церкви. Но вот та потайная комната, пойди дверь затвори за собой, помнишь, и помолись Отцу, который в тайне. Она где находится? В церкви или дома? Дома. Дома. И если ее нету, значит, плохо. Одними церковными молитвами, пусть даже они будут, ну, насыщенные дни молитвенные, служение насыщенные, не обойдешься. Сюда, как правило, приходят не для того, чтобы вымолить что-то, а чтобы взять то, что вымолили дома. А для того, чтобы дома это сделать, надо, чтобы была соответствующая обстановка. Не очень-то вы будете молиться, если муж с женой не имеют, так сказать, мира между собой. Или какая-то проблема. Но не очень-то вы помолитесь хорошо. Хоть чуть что-нибудь нарушено. Поэтому, вот, наверное, значительная часть нашей жизни происходит в семье. И как раз-то в семье очень часто и шлифуются люди. Уже где-то в церкви они подшлифовываются немножко. А основное учатся жить друг с другом дома. И один из пунктов, на который я сегодня заострю внимание, вспомню. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Вы знаете по Писанию, что Христос сделал. Должны были умереть мы за наши грехи и за наши преступления. А он это взял на себя все и умер за наши грехи и преступления. И такому отношению Господь учит и нас, чтобы муж умел взять на себя какие-то немощи жены, какие-то проблемы. И для чего написано? Чтобы освятить ее. Что не представить ее, как сегодня часто бывает, чучелом огородным перед всеми, а освятить святою. И это означает, прекрасно мы все понимаем, что мы как люди, ну, не все святые вот такие, но что-то взял на себя и понес на себе. И это очень важно. Я мог бы привести несколько случаев. Частично, что я хочу сказать им, взять на себя немощи и понести болезни. На практике жизни это означает не всегда. Вообще-то у мужа есть свои склонности, как у мужчины. Я имею в виду задатки для семьи, для общества. У женщины и у жены она свою работу, которую-то делает прекрасно, она мужскую не может делать. Но иногда бывает так, что жена в какой-то мере лучше делает работу ту, которую муж должен делать. И муж наоборот иногда. Бывает и такое. Вы уловили вот эту мою мысль, которую я сказал? И тогда в семье, если это так, муж должен взять на себя то, что не умеет делать жена. Ее немощи, ее болезни. Мы обычно ставим четкую границу. Это твое дело, это мое дело. Это твоя работа, это моя работа. Но иногда не совсем бывает так. В силу того, если говорить о Христе, то Он совершенный. Если говорить о мне и о вас, то мы несовершенны. И как мужья, где-то что-то мы не можем делать так, как надо. То же самое и жены. Я сегодня не буду говорить, но... Хотя вообще-то, наверное, здесь никого и нет, у кого я задену. Уже давно в вечности, но я знал одного человека... Муж был, работали вместе с ним на комбинате. Он где-то работал, наверное, лет 20 слесарем, но когда он соберет машину, то все ремонтники ругались, не могли разобрать.
Как он собирает? Он, неужели ты, говорит, нет, ну как ты шестеренки поприсаживал? Право и левое, ты одну и другую так зацепил, что дрожит вся машина. Но зато вчера дома никто не умел так, как он это делал. Вы понимаете? Ну, вот бывает такое. Могу другой пример, несколько могу привести, конкретных примеров. Ну как, вообще-то говорят, муж должен пробивать там все, ходить куда-то, правда? Добиваться чего-то, ну как голова семьи. Но не всегда так у них получалось. Я знал тоже одного человека, тоже занимал довольно видное положение и в церкви. Ну и жена пошлет его, иди там что-нибудь договорись. Привезти, надо сегодня перевезти с автобусом. Он придет. Ну что, не дали. Она собирается, идет сама и дают ей. Ну он придет, ну выпишите автобус. Нет, он завернулся и пошел. Но он не умел этого делать. И позже уже жена знала, что это так, и она уже не посылала его просить. Она шла сама, он придет, он ничего не добьется. Но с другой стороны, были такие вопросы, которые она действительно не могла это делать. Он лучше делал. Поэтому Писание здесь говорит. Вот я взял только одну мысль, одну деталь. Надо уметь взять на себя. И человек, который не разобрался, кто на что способен, у них всегда будут проблемы, у них всегда будут трудности. А Христос взял на себя наши немощи, наши болезни. И если только мы лодыри, то Он мог иногда сказать нам, что ж ты не хочешь работать. Если только мы упрямые люди, Он мог сказать, что ты непокорный. Но когда мы делали что-то и не сумели сделать, никогда не упрекал. Он просто брал, исправлял наши ошибки, помогал нам и отправлял нас дальше. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? И вот в семье то же самое. Те же самые вопросы. Взял на себя. Это так непросто все. Взять на себя немощи. Понес наши болезни. Я повторюсь, потому что уже давно разбор был. Но я знаю, сколько случаев. И даже знаю случай, который с верующими людьми был. Правда, это не у нас. Но несколько с неверующими. Взял жену, но когда узнал ее прошлое, когда узнал ее болезни, не мог выдержать, подал на развод и развал семьи. Почему? Не мог любить так, как Христос церковь. Вы меня хорошо слушаете? Если любить так, как Христос церковь, то Он знал все наши пороки, Он знал все проблемы и взял это на себя и закрыл собою. А муж, который не умеет это делать, не будет никакой жизни. Нарушен принцип семейный. Любите так, как Христос любит. Немощи, болезни, прошлое все взял на себя. Я знаю одну семью, она живет не в нашей стране. И сколько они живут, столько скандалов в этой семье. Наверное, муж и домашние тоже неправильно сделали, когда не сказали, что он больной. И когда жена вышла за него замуж, узнала, что он больной, то сколько они живут. И сама почему ты мне не сказал, и детей настроил какой-то отец. Он говорит, я сегодня прихожу домой, я как чужую, все мне, я изгой, потому что узнали, что я больной. Почему так получилось? А потому что принципы не библейские были в этой семье. Они были верующие. Они были верующие люди. Но они не жили по принципам, которые у Библии записаны. Они жили как мирские люди. И претензии, как у мирских людей. Поэтому я сегодня, когда говорю на эту тему, все сводится к чему? Тайна сия велика. И я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.
И если мы в своей семье так себя ведем, то кто нам, нас поселит в семью для вечности? Характер-то у нас не тот. А ведь характер идет вместе с нами, если мы его здесь не поменяли. Вы думаете, сегодня для Господа очень страшно то, что мы сделали? Не это страшно. Страшно то, что наше сердце или наш язык были способны это сделать. Вот в чем проблема вся. Вы понимаете, на чем я заострил внимание? Для нас, конечно, так как мы не видим внутренности человека, то мы ориентируемся на дело, на отношения. Потому что до того, как с нами не поступили так или иначе, то мы и не знали, что это есть так. А Господь-то видит внутренность. И для Него дело – это уже не самое важное. Для Него важно, что в сердце у нас есть. Потому что вот из сердца исходят злые помыслы. Вы помните это место Писания? Любодеяние, прелюбодеяние, кражи, лихоимство и так далее. Вот в чем дело. Сердце. А сердце-то оно отправляется в вечность. Вот почему Господь учит нас жить в семьях так, как надо. Вот так вот живите. Привыкайте к тому порядку, к тем принципам, которые будут в Царстве Небесном. В Царстве Небесном царствует любовь. А любовь не требует ничего. Она просто отдает себя и все. Поэтому, когда Господь сегодня нам говорит об этом, Он не просто хочет заполнить время, но чтобы мы поняли, почему Он так внимательно наблюдает за нами. И я сегодня еще раз повторю, хотя не буду эту тему развивать до конца, и нам трудно жить среди несовершенных людей, но когда вокруг нас несовершенные люди, у нас есть условия для роста, меняться. Мы тогда видим свой собственный характер. А если нас поселили среди совершенных людей, то и мы будем казаться совершенными, потому что нам все услуги предоставят, лишь бы только вас не трогать. И мы останемся тем и старыми людьми, которыми мы были. А вот когда мы живем среди несовершенных людей, открывается несовершенство нашего характера, и мы начинаем молиться. Господи, помоги мне, как мне ужиться? Я как пример хочу привести. Это не так давно было, года полтора назад. Может быть, я его проводил где-то этот пример. Когда были посещения с молитвенной группой в одной из церквей, но и одна из сестер пришла и жаловалась, что никак не может со своим зятем общий язык найти. Говорит, сколько живем и не знаем, о чем спорим и за что ссоримся. Вот нет общего языка и все. Ну, естественно, его там не было. Но когда она исповедовалась сама, когда себя привела в порядок, получилось так, что я как-то недели через две оказался в той церкви. Она говорит, после исповеди я приехал домой. Мой говорит, зять поменялся. Я не знаю, о чем мы спорили. У нас никаких разногласий нету. Оказывается, проблема была не в зяте, а в теще. И когда произошел переворот внутри ее, то все стало на свои места. И я не думаю, допустим, что зять очень идеальный. Но как и все, мы, наверное, тоже что-то есть. Но говорят, когда поссорились два человека, то виноваты оба. Один больше, а другой меньше. Нельзя поссориться, когда один не хочет, этого вообще не желает. Он не станет ссориться, он просто уйдет, да и все, он не станет ругаться. А когда поссорились, я недавно сказал, правда, не здесь был, то говорю, это два сапога пара. Правда, я говорю там об обиде. Один обидел, другой обиделся. Говорят, два сапога пара, только один правый, другой левый. Вот и все. И больше разницы никакой нету абсолютно. Поэтому я обращаю внимание, и вы знаете, на что? Я хотел, чтобы мы на себя обращали внимание.
Как правило, когда у нас есть проблемы, то мы ищем корень проблемы в ком-то, но не хотим искать его в себе. Потому что придется же признаться, что не прав. А когда не прав, то надо и чекается просить прощения. А это для нас значит, что не так просто все. Кажется, о ком-то когда говоришь, кто-то прочее. Но почему он не пошел? Когда самому, это значит, что совсем другое. Но, тем не менее, когда мы сегодня читаем Писание, Писание нас учит этому. И когда я сегодня говорю, то я говорю прежде всего о себе. Когда я читаю, или вы будете читать, то вы прежде всего читаете себе. А потом уже кому-то можете перевести. Но один из братьев очень хорошо сказал, когда-то я попал с ним в Америке, когда был, то он очень одну мысль хорошую выразил такую. Не одна хорошая была, но одну я хорошо запомнил. Когда ты вернешь собрание, то иди с граблями, а не с вилами. Вы понимаете, граблями это себе беру, а вилами это ему. Но вилами себе не берут, грабут вилами. Вилами берут и от себя, а граблями себе. Вот идете, слушайте слово Господне. Будьте с граблями, а не с вилами. Так будет легче и проще, и это будет надежнее. Поэтому я особо обращаю на это внимание, чтобы освятить ее и представить себе славную церковь, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, надо бы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить свою жену, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Но Павел так написал, и в принципе, процентов на 99 это так. Но 1% все-таки. Есть люди, которые о своем теле не заботятся, правда? Есть и такие. И есть те, которые по неразумению, они, значит, мучают свое тело. Есть такие? То есть, наверное, все-таки высший порядок. Даже не как самого себя, а как Христос церковь. Вот Христос церковь никогда так не поступает. Он всегда продолжает любить. В отношении людей вы, наверное, тоже слышали. Я говорю, я сам себя ненавижу. Слышали это когда-нибудь такое? И у вас, наверное, были такие мгновения, когда вы говорили, я сам себя ненавижу. Хотя в общем-то, рядышком с этим условием, как Христос церковь, стоит как сам себя. Все-таки вторая пословица есть, своя рубашка, что ближе к телу. Твоя рубашка ближе к телу. Поэтому вот с этой точки зрения, действительно, вот наше, мое, личное, ну как бы там ни говорили, оно как-то нам более присуще о себе заботиться. Поэтому Павел, когда говорил, ну хотя бы вот так вот любите, как себя самих. И тогда все будет по-другому. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. От плоти и от костей. От костей что-то, наверное, глубокое, плоть от плоти, кость от костей. Кость – это опора. На костях зиждется плоть. Поэтому я думаю, с одной стороны, Христос является нашей опорой, но мы сегодня понимаем, как служить Ему и как надо жить на основании Слова Божьего. И если Слово Божие наша опора, наш хребет, тогда и плоть нормальная будет на этих костях. А вы знаете, если кости ненадежные, есть болезнь костей, болезнь костного мозга, тогда и тело деформируется все, правда? Вы видели коллег, которых кости ненормальные? Трудно. Поэтому, когда говорят о том, что у нас в семье непорядок, мы не можем жить, у нас характера плохие, то я всегда говорю, у вас есть нарушение слова Господне в отношении ваших отношений и супружеской жизни. Оттуда все начинается. Характера характерами,
А любовь-то покрывает множество грехов? Вы знаете, это довольно серьезный вопрос. Я как-то мне пришла мысль, сегодня легла на сердце. Я ее перейду на церковь, потому что мы говорим о семье, но Христос переводит все на церковь. Вот смотрите, в Царстве Небесном не все будут одинакового уровня люди. Но там будут люди, которые будут иметь любовь друг к другу. Я повторю то, что я говорил, но дополню некоторыми другими текстами Писания, чтобы мы сегодня поняли, ну, как надо любить, и что это непросто. А я уверен, потому что так написано, что в Царство Небесное ничто нечистое не войдет. Так написано, правда? Ничто нечистое. И вот это нечистое, очень часто, оно имеет различные имена, это нечистое, различные названия. Но сущность его какая? Оно делит нас, отделяет нас одного от другого. Оно заставляет нас предъявлять претензии друг к другу. И в конце концов, не любить друг друга. Вот я повторю старую мысль, а дальше я ее буду развивать. Что в Царстве Небесном не будет ни одного человека, который имел бы обиду на кого-то или какие-то претензии. Ни одного не будет там такого. Кто бы не простил, кто бы имел что-то один против другого. Но смотрите, насколько все непросто. Вот мы читаем Писание. Я имею в виду любить. Насколько трудно отделить грех, который мы должны не то что любить, а ненавидеть, и человека, которого должны любить, в котором грех этот есть. Вот я вам цитирую один из текстов Писания. Кто нарушит одну из сих малейших заповедей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Через кровь Христа он попал в Царство Небесное. Но он нарушал одну из малейших заповедей. Это заповеди блаженства. Помните, там заповеди блаженства, еще что-то. Это, говорит, малейшие заповеди. Это не какой-то потолок для духовного роста. Это первые шаги, это первые ступеньки, которые должны быть. Скажите, вот это да, вот это первые ступеньки. Нам, чтобы эту первую ступеньку стать, то надо было 10-15 лет верующим быть. Только тогда научились более-менее прощать. Но Писание вот это первые ступеньки. Но я понимаю, если когда этот человек жил со мною рядом и нарушал эти малейшие заповеди, если касалось меня, то что мне было приятно или нет? Неприятно, правда? И я должен себя вести так, чтобы грех отрезать, поставить в сторону, а против этого человека не иметь ничего, иначе мы просто не попадем в Царство Небесное в одно место. Братья, если вы меня хорошо поняли, о чем я сказал, вот попал человеку в Царство Небесное, он малейший был, потому что нарушал какую-то одну из малейших заповедей. Но это нарушение заповедей, оно существует, оно доставляет нам неприятности. И это уж был человек, который жил рядом с кем-то. И надо было жить так. И неприятности какие-то есть. Характер у него, наверное, такой был. Или не понимал что-то. И в то же самое время я не имел права ожесточаться. Я должен был быть доволен, когда я видел его в собрании, что он приходит. Вы знаете, когда я вижу человека, который пришел в собрание, и я дискомфорт чувствую от него, вы знаете что? Это что я его не принимаю. Я его не принимаю. И если в таком состоянии упадем в Царство Небесное, то кто-то один окажется вне. Не может быть двух человек, которые в Небесном Царстве не принимают друг друга, не умешают друг друга. Как все-таки это не просто говорить легко, а в самом деле нелегко. Или вы, допустим, читаете другое место Писания.
Это будет из первого послания к Коринфянам. Вы это место очень хорошо знаете. Речь идет о домостроителях. И Павел говорил так, что никто не может положить другого основания, кроме нами положенного, которое есть Иисус Христос. Но каждый смотри, кто как строит. Один строит из чего? Золота, серебра, драгоценных камней. А другой строит из дерева, из щена и соломы. А потом придет день. То, что было деревом, щеном, соломой, оно сгорит. А сам человек, впрочем, спасется. Но так, как бы из огня. Спасется, значит, что он будет в Царстве Небесном. Но он настолько неудобен был, когда я смотрел, как он строит. Настолько было мне приятно было видеть его постройки все. И я должен был не воспринять его метод постройки, не назвать дерево золотом, и в то же самое время не иметь к нему никаких претензий, как к человеку, как к тому, кто спасенный. Мне сегодня в голову это очень трудно укладывается. Но когда мы любим, любовь покрывает все. Я недавно говорил на одну тему. Ну, я обычно, я когда говорю, где-то просят, то обычно об освобождении, об этой самой такой больной теме. Я говорил о родовом проклятии. Вы помните, говорят, породите с нами, и мы будем выдавать ваших дочерей, мы свои будем брать, у нас будет один род. Мы породнимся, сольемся вместе. И когда я читал место Писания, когда Саул говорил, выдам я ее за него, дочку свою, и она будет ему петлею и сетью. А Давиду говорит, я хочу с тобою породниться, я хочу дочь свою. А сам думал, вот мы породнимся, она будет ему петлею и сетью, и он погибнет от руки филистимлян. Но, говорит, но дочь Саула любила Давида. И она ему не была петлей и сетью. Она его спасала, как только могла. Вы помните это место Писания? Вот несмотря на то, несмотря на такую наследственность, несмотря на замыслы, которые были, породнимся, и мы его погубим. Но она любила, и через любовь разорвали сети дьявола, который он строил. Но дочь Саула любила Давида, Мелхола. И потому в трудные моменты, когда отец хотел убить его, она его отпустила. Правда, потом она его и оболгала, потому что она не могла по-другому. Сказал, я убью тебя. Помните, я говорил на эту тему. Но тем не менее, вот так как она могла, она любила, она выручала его. Поэтому, когда мы говорим о любви, это настолько мощное оружие, иногда разумом нельзя понять, как это можно так. Но когда мы находимся во власти этой любви, оказывается, можно. И черное называть черным, белое белым, горькое горьким, сладкое сладким, и в то же самое время не ассоциировать человека с его преступлением, который, может быть, он не хочет, чтобы так поступать, не хочет, чтобы так жить. Поэтому я обращаю сегодня на это довольно такое, ну, пристальное внимание. Давайте научимся, несмотря на то, что мы очень разные, не просто закрывать глаза и все под одну гребенку, но любить, продолжать, чтобы помочь выбраться действительно из той, может быть, ямы, из той ситуации, в которой кто-то находится. Потому что, теряющую любовь, мы просто-напросто получаем разделение друг с другом, и когда мы рассоединяемся, мы уже не можем влиять друг на друга положительно, а только отрицать друг от друга подальше, 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 и даже никакого влияния. И каждый получается по себе. И может быть поэтому, может быть, я не ставлю этот диагноз как стопроцентный, может быть поэтому, когда мы в процессе жизни не научились так глубоко любить, то, может быть, поэтому очень часто люди умирают очень тяжело и долго, когда Бог плавит.
Уже как он так делает, я не знаю. Божья работа, она не поддается нашему разуму. Мы не понимаем, как Бог наше сердце расширяет, ну как скорби, переживания, трудности, проблемы. Но Бог как-то вот так делает все, что меняет человека. И может быть поэтому очень часто наш путь по земле бывает очень тяжелым. Когда Бог начинает плавить, начинает судиться за то, что не так поступали, как надо. А в вечность надо приготовить человека. Его нельзя. Я уже сказал, ничто нечистое туда не войдет. Здесь не будет поблажек, там блата не будет никакого. Там не будет никакого выкупа. Двери, ворота, через окна не войдешь туда. Только через дверь, которой есть Иисус Христос. А Он ничего нечистого не пропустит просто-напросто. Поэтому пусть нам Господь поможет именно в семье научиться жить такой жизнью, которая будет присуща вечности. Вы знаете, как легко делать что-то правильно, когда привык делать правильно, правда? Когда это уже стало не просто под каким-то особым переживанием, под вдохновением каким-то, а естественно, это норма жизни, это повседневная практика. И тогда легко и просто жить так, когда это стало нормой. Мы часто говорим о вдохновении. И я читаю, что об Иисусе Христе кто-то пришел по вдохновению в храм, а он пришел по обыкновению в храм, помните? И стал читать. У него стало обыкновенным быть под вдохновением всякое время, каждый день. Кто-то в процессе жизни один раз в месяц бывает под вдохновением. А он всегда приходил по обыкновению, но его сопровождало и вдохновение постоянное. Никогда не было провала в работе. Он был постоянно водим Духом Святым. Я бы очень хотел, это уже немножко другая часть, чтобы вдохновение или водительство для нас было постоянным и обыкновенным. Необыкновенным в смысле, ну, лишь бы как, пришел потому, что и ответственности какой нету. А вот каждодневное вдохновение. На каждое собрание я иду не просто потому, что мне надо идти, меня заставляют идти, а иду потому, что меня влечет сердце. И такие обычаи, говорит, по обыкновению, по обычаю, по традиции. Я бы хотел, чтобы она стала традицией исполняться Духом Святым. Это самое лучшее, что только можно пожелать. По традиции, но исполняюсь Духом Святым. И это уже не традиция заскорузлая, это жизнь нормальная на должном уровне. Пусть Господь нас благословит в этом. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика. И я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Я просто напомню то, что в прошлый раз говорил. Может быть, немножко другими словами, но ну, иногда сначала, когда хребет набросаешь, то позже проще более углубиться, чем сразу все. Но я когда читаю это место Писания, я просто понимаю, насколько вот непросто быть в той любви, которой Господь хочет, чтобы мы были. Эту действительно надо ее иметь. И есть уже подделки, но не подделаешь. Один раз, второй, третий, потом, когда придет серьезное испытание, когда этой любви нету, нету. А где ты ее возьмешь? Нету. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и Церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Ну, тут тоже такое вот интересное. Муж любит, а жена пусть боится. Но я не думаю, что это животный страх, которого часто преследует жену, когда муж пьяный идет или видит, что он не в настроении и так далее, и так далее. Это относится именно в большей мере к страху Божию. А страх Господень или Божий, помните, мы в прошлый раз говорили, ненавидит зло. То есть боится обидеть, боится скорбить.
И это есть проявление любви, правда? Когда люди не любят друг друга, они не выбирают слов, они не выбирают методов, они просто как топорная работа. А когда любят, то они хотят и помочь, а с другой стороны, чтобы не оскорбить и не обидеть, правда? Да? Потому что иногда, ну, надо уметь и правду сказать, надо уметь ее сказать. Иногда можно правдой оскорбить. Скажите вы Горбатому правду, ты горбатый. Как он на вас посмотрит. И мы это хорошо понимаем. Правда есть правда. Но для чего мы эту правду говорим и с какой целью? И если мы любим, конечно, когда это совершенно любовь, о чем сегодня я веду речь, то люди напрямую понимают друга, не будут обижаться. И Господь хочет, чтобы так было. Потому что по-другому нельзя понять его желание, прямыми сделайте стези ему. Знаете, как хорошо, когда можно с человеком поговорить прямо, прямо ему сказать аккуратно и все. Но это уже уровень определенный. А в общем-то, мы думаем, как сказать, как подойти, и как это уложить так, чтобы польза была, чтобы не было вреда от того, что скажешь. А уже в Царстве Небесном там прямо говорят, там все мысли открыты, там их не спрячешь. Вот почему Писание говорит, что должно быть то совершенство, которое Бог хочет видеть. И это все формируется, как правило, в семье. Не можешь жить в семье, как положено, не будешь жить и в Царстве Небесном. Я не имею в виду, что в семье всегда нормально все. Я понимаю, есть такие семьи, где радости очень мало, где есть проблемы, где не так просто все. Но, тем не менее, члены семьи не выходят из равновесия, не выходят из рамок. Кто-то один вспылил, другой нормально воспринял, без обиды, готов к этому, то нормально. Ненормально то, что есть это. Но трудно жить в такой семье. Но Писание говорит, все могу, укрепляющим меня Господи Иисусе Христе. Я вспоминаю, все вы знали деда Махлера. Тяжелая у него была жизнь. Постоянно. Я просто удивляюсь, как он мог вот все это время нести такое служение. Для меня это, вы знаете что. У него благословение было какое? Едь и не приедь, чтобы ты не приехал, ты уже мне надоел. Это, как правило, были такие благословения. Или еще что-нибудь, бу-бу-бу-бу-бу, каждый день. И надо было. Старая что-нибудь скажет, помолчала бы хоть при чужих людях. Вот и все, что он может сказать, собирается и едет на служение. Пророчество, истолкование и так далее. Я просто не хочу далеко ходить, просто я вот вижу. Но одно дело брат говорил сегодня, у которого никого нету. Один из таких, который сегодня действительно тоже делает столько много, наверное, никто столько не делает, никто не знает столько, сколько он. А второй противоположность, чем я, и все, кажется, как тут из равновесия не вылетит. Нет, он спокойно все послушает, голову угнет, закроет уши и поехал. Ну и встретить. Ну что, приехал? Как встретила, как провела. И надо было жить. И надо было жить. И я помню, был ли последний день, где-то через день, через два он умер, я его посетил. И было через него слово, и оно до сегодняшнего дня исполняется полностью, как было через него сказано. Оно есть на сегодняшний день. Если бы хотел что-то где-то, ну так, куда денешься, когда так на самом деле.
Поэтому я привел, как непросто бывает жить. Легко говорить, и, наверное, и я бы не выдержал так, как он, не знаю. Но есть конкретные примеры, когда люди живут, и можно, оказывается, закрыть глаза, закрыть уши на что-то, на то, что не надо, и совершать труд, который Господь предназначил. И я думаю, что награда будет для таких людей, может быть, даже гораздо выше, чем для тех, которые то же самое сделали, но нормальная семья, нормальная обстановка, нет проблем. Я понимаю, что разница большая. Поэтому пусть Господь нам поможет правильно понимать вещи. Мы часто говорим, невозможно, не могу. Ну да, в твоем положении, с твоим характером, с твоим запасом сил невозможно, это правда. Потому что где-то утеряно общение с Господом, и нет силы той. Правда, невозможно. Но другая сторона говорит, что Бог сверх сил не посылает искушения. Правильно я говорю? Вас постигло искушение, меня, вас, вот сегодня, не знаю, что вы переживаете. Не иное, как человеческое. И силен Господь, чтобы помочь, поддержать, облегчить, чтобы не быть искушаемым сверх сил. И вот при искушении даст и облегчение. Поэтому я обращаю на это сегодня самое серьезное внимание. И пусть Господь нам поможет, когда мы думаем о своем духовном возрасте, думаем, готовы ли мы жить в вечности, просто проанализируйте, как живете в семье своей, и уже что-то будете видеть. На какие-то вопросы ответите. Может быть, не на все, может быть, ну, не совсем это будет полно, но Господь провел параллель, вот семья, а вот церковь. А церковь – это те люди с теми законами, с которыми им придется жить у вечности у святой, в небесном царстве. Поэтому пусть Господь благословит нас всех. Читаю дальше шестую главу. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Вот это один из текстов Писания, где говорится о справедливости в отношении родителей к детям. Вообще-то Библия говорит о милости, потому что справедливости от нас, людей, Бог не дождался и не дождется. Говорит, ваша праведность, помните, какая? Как запачканная одежда. И говорит, справедливый. Хуже колючей изгороди. Вы помните книгу про Михея? Но когда речь идет об отношении детей с родителями, тут уже не милость, а справедливость. Ибо того требует справедливость. Потому что детям не за что миловать родителей, которые их вырастили. Вот родители милуют детей, когда они преступления делают против них. Уже здесь можно говорить о милости. А детям говорить, что миловать родителей по справедливости. Вырастили, воспитали, будьте добры, почитайте и воздавайте должное свое. Справедливость требует этого. Но здесь я подчеркиваю в Господе. Еще один текст, мы читали такого же порядка, 22 стих 5 главы. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Помните, мы говорили на эту тему? Здесь в отношении дети родителям в Господе. Речь не идет во всем. Это больше странно звучит в уши, но не во всем. Что касается отношение, почтение родителей как родителей, один вопрос. Что касается отношения к Богу, совсем другой вопрос. Сегодня родители ставят вопрос ребром. Или мы, или Бог. Тогда что надо делать? Бог. Я еще раз повторяю.
Это не касается отношений детей к родителям, которые касаются их как родителей, которые их вырастили. Какие бы ни были родители, пьяница или еще кто-то, но то, что родителям надо делать, надо сделать. Но пьянствовать вместе с ними, это уже будет не в Господе. Вот когда человек сокрыт в Господе, с кем бы он ни имеет отношения, с родителями, на работе ли, в школе ли, у него в разуме заповеди Божьи, что я могу делать, не огорчая Господа, а что не могу. И те дети, которые на вопрос «я или Бог», вы слышали не одно свидетельство, и я тоже слышал, выгоняли из дома детей таких, не хотели их признавать за детей. И когда дети были на стороне Божией, проходило время, молились, и родители каялись. И родители приходили к Богу. Когда же дети шли на поводку в родителей, они, как правило, заканчивали так же, как и их родители. В пьянстве, в блуде и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вот это слово «в Господе», оно очень важное для нас. И что бы мы ни делали для кого-то, мы должны в первую очередь думать, мы сокрыты в Господе. Господь так стал бы поступать или нет? Это самое первое, о чем мы должны думать. Это не касается второстепенных вопросов, которые совершенно не касаются веры. Здесь уже слово родителей – это закон. Как я не раз говорю, ваша воля – наша доля. Но это в том случае, когда дело не касается греха. Когда дело касается греха, никаких вопросов быть не может. Ни в отношении жен, ни в отношении детей, ни в отношении других людей. А иначе не поможешь этим людям. Я понимаю, что мы хотим, чтобы все люди спаслись. Мы делаем все для этого. И иногда не совсем правильно. Отступаем от истины Божьей, делаем то, что люди требуют, греховное, а тогда вступают в силу Слова Божия. Бог грешников не слушает. И все. Молись ты сколько хочешь. Но если вместе с мужем пьянствуешь и молишься, Господи, спаси его, ну, о чем речь вести? О чем речь вести? Будешь еще долго молиться, если покупаешь и приносишь сама, и ничего не получится. Потому что нет соли. Ибо чего требует справедливость? Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. А почитай, это не просто слушай. Наверное, здесь даже трудно выразить словами, что это значит. Это благоговение какое-то, какое-то особое что-то, почтение. Вы помните место Писания? Сын чтит отца, раб господина своего, а народ мой не знает меня. Господь говорил так. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. С каким обетованием? Да будет тебе благо. И будешь долголетен на земле. Это одна из причин, почему, когда дети начинают жить самостоятельной жизнью, у них не все клеится. Потому что в свое время они, как должно, не почитали отца и мать. А после, когда пришли к Богу, забыли покаяться в этом. Никогда не ставили колени, не говорили: «Господи, прости меня». И особо прости меня за то, что я вот так плохо поступал с своим отцом и с моей матерью. Это как-то, в общем, все пролетело. И не оставило следа. А я еще раз прочитаю. Вот, вот эта заповедь имеет обетование, имеет последствия. Еще раз, это очень важно. Почитай отца твоего и мать. Это первый заповедь обетования. Какое обетование, если ее исполняешь? Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле.
Когда одному брату сказали, я уже его не называю, это конкретный брат, хотя он уже не в нашей церкви, о том, что надо почитать отца и мать, будешь жить долго. Он сказал, а я жить долго не хочу на земле, а что тут делать? Теперь, наверное, так не говорит, когда стал отцом, но тогда так сказал, а я не собираюсь долго жить. И подумал, вот насколько непросто иногда бывает почитать отца и мать, особенно тогда, когда, может быть, не совсем отношения хорошие, те, которые должны были быть. Но отношения отношениями, а почтение к отцу и к матери, это есть почтение к отцу и к матери. Поэтому я сегодня еще раз напоминаю об этом. Если кто-то когда-то вел себя не так, когда не было почтения, то сегодня, когда будем молиться, то склоните колени, да и помолитесь, как Господь, прости меня. Я сегодня первый раз сознательно каюсь в том, что не было почтения к отцу и к матери. Прости, Господь. Это было все в общем. И об этом даже не думали. Я затрагивал такую тему. Я сегодня немножко чуть-чуть отвлекусь от этого. Есть некоторые вопросы, которые надо знать. Когда мы каялись, наверное, каждый из нас помнит день, когда мы впервые каялись. Мы просили, Господи, прости за все. Что-то перечисляли, что особенно было. И Господь простил. Но вы знаете, что Он простил? То, что когда-то, может быть, очень давно, но хотя бы один раз в жизни вы называли грехом и понимали, что неправильно делали. Но если были такие вещи, которые пред лицом Божьим были грехом, но вы никогда в жизни грехом не называли, никогда ни разу не просили прощения, сожалели, эти грехи остались непрощенными. Вы меня хорошо поняли, о чем я говорю? Почему часто к людям доступ имеет дьявол? И они не знают почему. Вот есть такое место Писания, особенно когда грехи юности. Вы помните, Давид просил, грехов, не умени мне грехи моей юности, помните? И он молился, ты, говорит, вменяешь мне грехи юности моей, помните? Мы не совсем правильно понимаем грехи юности. И вот как-то на сердце легло мне сегодня отцы, дети, родители об этом сегодня сказать. Мы думаем, что грехи юности – это похоти, которые нас преследовали с юности. Да, я знаю, что говорят, с 4-летнего, с 5-летнего возраста меня уже влекло не так, куда надо. Это не грехи юности. Это нечто другое грехи юности. Я часто называю грехи глупости. Есть такое место Писания, глупость привязалась к сердцу юноши, помните? Но говорит, исправительно розга, ну, удалит это, вот этот грех. Я напомню два примера. На примерах очень легко вы можете узнать о грехе юности. Это не те грехи, которые в юности начались и сегодня не продолжаются у вас. Это не то. Я напомню два примера. Когда однажды один из молодых людей обратился сюда за помощью, во вторник приехал, значит, у него речь расстроилась. То есть он очень хорошо говорил чисто, и вдруг стал, язык его не стал слушаться. Когда он исповедовался, ничего такого не обнаружилось. Когда стали молиться, Господь сказал, значит, ты в детстве ловил птичек и вырвал у них языки. И отпускал. И поэтому сегодня пришло возмездие, твой язык стал заплетаться. И Господь говорит, это правда. Говорит, правда, это было. Вот это грехи юности. Вы сейчас меня поняли? Разумные люди так делать не будут. Похоти будут. А такое, это именно грехи юности. Или, допустим, вы, наверное, может, сами ловили жучков, обрывали им крылышки и на тележках возили, издевались над ними. Это грехи юности. Вы меня хорошо сейчас понимаете, о чем я веду речь? И вот часто за эти вещи, или, допустим, издевались над животным, вы, наверное, наблюдали, котенка возьмут, там 5 человек, и каждый один перед другим старается его убить.
Но взрослые люди так делать не будут. Вы когда-нибудь видели, лет по 30 люди собрались, котенка бить стали, не будут. И детки 4-летние, которых сил нет, не будут. Это когда уже в юности возраст, а голова не работает нормально так, как надо. Вы можете найти сегодня много чего такого, вот в этом направлении, как я сказал. И очень часто люди, я понимаю, почему он пришел, у него так было, он ни разу не просил прощения, когда каялся. Он думал, что это вот так вот тут просто, да. Я не говорю о том, эту муху надо убить, эту жучка надо еще вредный, но нельзя брать вот так и мучить. Вы меня сейчас понимаете, о чем я веду речь? Это еще жестокость, наверное, это еще садизм, наверное. Но я немножко к детству обращаюсь. Вот дети, 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 дети. Я другие примеры проводить не буду, конкретные, которые я мог бы привести. И опять, из опыта вот такого, как грехи юности. А Давид это знал. Не знаю, что у него было там. Может, не было совсем. Может быть, Дух Святой просто на будущее время для нас оставил это. Но это как раз то, о чем мы часто не задумываемся, не считаем, что это было преступление, а оно остается на нашей совести лежать. И дьявол через это имеет доступ. И, может быть, поэтому приходится и умирать в больших мучениях, может быть. Я не уверяю, что это действительно так. Но за все ж, если ты не покаялся, кровь Христа не омыла, то надо ж рассчитываться. Потому что если не будет расчета, не будет наказания, ну не можешь войти в Царство Небесное. Поэтому лучше знать и сказать: Господи, прости, был такое дело, прости меня, и все изглажено, потому что ты это знал, ты это сделал. А когда ты не знал, остается лежать на твоей совести, и Бог начинает судиться тогда. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы мы действительно обратили внимание на эти вещи. Я обращаюсь к этому третьему стиху: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Смотрите, две стороны есть. Оказывается, и отцы разумные, а могут раздражать детей. И тоже грешат. Но каяться не собирается, потому что я отец, и мне можно. Я когда-то говорил здесь на тему, как мы часто расширяем для себя возможности, ворота. Вы помните, есть такое место Писания: входите тесными воротами. Потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. И тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь вечную, и немногие находят их. Так нам настолько сегодня приятно расширять ворота, что каждый из нас на своем уровне пытается что-нибудь для себя расширить. А расширить — это делать не то, что надо. Я когда здесь был съезд инвалидов, кажется, говорил на эту тему, что говорят, больные говорят так: ну, вам нельзя, а мне можно, я ж больной. Как будто если ты больной, неизвестно, что делать можно. Да наоборот, если больной, то знай, что ты больной. Да не делай лишнего. За тобой ухаживают, а ты считаешь, ты за тобой ухаживают, тебе подносят. А ты что требуешь там, неизвестно чего, и я больной. Это чуть ли не, чуть я не герой, и дайте мне медаль, потому что я больной. А здоровые наоборот говорят: то ты больной, тебе этого нельзя. А я здоровый, то мне можно. И каждый себе найдет можно. Муж говорит: то я ж муж, поэтому мне можно. А жена говорит: а я жена, поэтому мне можно. А дети говорят: а мы еще маленькие, поэтому нам можно. То Писание ко всем имеет свои требования. К детям уважайте, а родителям не раздражайте. А мы часто видим, как раздражать специально, чтобы поглядеть, как реагировать будет. Специально вот говорят то, что неприятно. Писание говорит: воспитывайте, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы,
Повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души. Вот взаимоотношения рабочего с работодателем. Делайте, как от души, от сердца, не как человекоугодники, а как рабы Христовы. Не с видимой только услужливостью, как человекоугодники. Вот смотрите. И здесь уже можно проверить, и мы сами себя можем проверить, когда мы делаем что-то, как для Христа или как человекоугодники. И есть разница. Может быть, для человека, кому мы делаем, разницы и нет. А вот для Бога есть. И здесь есть свои сложности. Здесь дальше я буду читать: «Служа с усердием как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умирая строго, зная, что над вами самими и над ними есть на небесах Господь, который нет лицеприятия». Вот, когда Господь дает советы, он дает совет и одной стороне, и другой. И ни одной из них не дает права переступать вот эти границы. А это так непросто. Вот эти взаимоотношения человеческие. Я заметил одно нечто похожее. Вы знаете, всегда, когда мы где-то работаем, мы всегда имели какое-то общение с людьми, когда-то учились где-то и так далее. И часто оказывается интересно. Вот бывшие сокурсники где-то учились в одном заведении, потом получилось так, что один начальник, а другой подчиненный. Я заметил одну деталь. И здесь происходит непонимание, когда мы делаем не как для Господа, а как человек, как для людей. Начальник, когда он меня хорошо знает, мы с ним друзья, когда-то вместе где-то бегали, в футбол играли, он как начальник, как только что-нибудь надо, сломало что-то, он меня просит. Мы же еще и друзья, кроме того, что мы еще работой связаны, он меня просит. Потому что друзья, по-дружески. А я со своей стороны, он меня просит, сделай побольше. Я со своей стороны, отпусти с работы меня пораньше, потому что ты мне друг. И здесь получается конфликт. Мы, используя свои отношения, неправильно думаем, неправильно строим. Каждый старается свою сторону для себя выгодить что-то. Вы меня поняли? Что по-человечески, не как для Господа. Один пытается заставить делать побольше, а я пытаюсь поменьше сделать. Раз ты мне друг, то ты меня не спрашивай на все 100%. И получается, мы один в одну сторону тянет, а другой в другую. И уже получается напряжение, если мы не понимаем друг друга. То когда здесь говорит Писание, оно говорит: для вас есть свои границы, исполняйте то, что вам положено. И не просто тогда, когда начальник рядом и смотрит. Я наблюдал такое, как появится бригадир, скорее за работу вообще, как только пошел, опять щели. Но говорит: вы отдайте должное, как положено. Смотрят на вас кто-то, не смотрят, контролируют, не контролируют. Вы свое дело должны сделать. Независимо от ваших отношений. Есть порядок, есть закон, есть некие правила внутреннего распорядка, нормы какие-то есть. Когда дело касается начальника, говорит: а вы тоже не требуйте того, чего не положено, не наседайте. То есть и один, и другой, будьте христианы, по-христиански действуйте. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом. Ну, тогда рабы. Когда-то была такая пословица во время Советского Союза: вот раньше был пан, а теперь план. Все равно кто-то что-то требовал. Тот требовал свое, а теперь план. Тогда был пан, а теперь план. И все равно кто-то наверху, кто-то чего-то требует, а кто-то должен сделать что-то. То здесь Писание говорит: повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, простоте сердца вашего, как Христу.
И вы можете найти место Писания, почему, говорит, чтобы не было нареканий на имя Божие и на учение. Если кто-то из людей мирских не выполняет требований, которые к нему предъявляются, ему будут предъявлены свои обвинения, какими-то своими словами его будут обвинять, а вас всегда будут обвинять, вы же верующие. Вам так нельзя. Ты же верующий. Первое, что делать, ты же верующий. Тебе так нельзя. Бог так не учит. Поэтому, когда вот эти нормы не выполняются, тогда идет поношение на имя Божие. Но Бог так не учит. Смотрите, если Бог учит, говорит, повинуйтесь со страхом, трепетом, простоте сердца, не как человекоугодники. А когда я делаю не так, как надо, меня ассоциируют с народом Божьим, что в самом деле есть, тогда идет поношение на Бога. Говорит, какие вы такой ваш Бог? Это что, вас так учат? Поэтому хотелось бы обратить на это внимание сегодня. Не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя воли Божией от души, служа с усердием, как Господу. Что значит с усердием? Другое выражение – от сердца. Трудно выразить в словах, что значит «от сердца». Но вы вообще хорошо понимаете, что значит работать от всей души, от сердца. Значит, вкладываешь все, не просто тяп-ляп, а как положено делаешь. Как Господу, а не как человеку, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб или свободный. Оказывается, когда мы имеем авторитет определенный, когда где-то на работе делаем то, что надо, то получим от Господа, потому что не дали повода, чтобы злословить его, а наоборот подняли авторитет. И я хотел бы на это обратить внимание особое. Может быть, надо было сказать на эту тему, может, где-то кассета есть, не знаю, они есть, но есть такое местописание, которое говорит нам о том, что мы соль земли. Помните это местописание? Вы соль земли. Так вот, соль всегда ложит то место, которое гниет. И Бог позволяет людям поставить нас в тяжелую обстановку, чтобы им показать разницу в поведении между нами и ими. И если мы это обнаружили своим поведением, значит, осолили. Если не обнаружили, не осолили. Мы тогда соль, которая потеряла силу и ничего не осолила. И, как правило, одна из причин, почему в процессе жизни попадаем с одной трудностью в другую, по той причине, что одно из определений для нас, что вы соль. И соль ложится. Тяжелые места, чтобы осолить и поставить на место. И показать разницу. И перед чем вы будете читать, когда вы найдете это место Писания? Говорит, когда вас будут гнать, то вы радуетесь, помните? Когда будут бить, веселитесь. Это ненормальные люди, правда? Оно и правда, мы для мира ненормальные, у нас другие нормы. У нас другие нормы совершенно. Говорят, что высоко у людей, то перед Богом что? Мерзость. Ну тогда и наоборот. Тогда и наоборот. Для них мерзость то, что высоко перед Богом. Они нас и понимают, как не совсем нормальных людей. Потому в самом деле, по нормам мира, мы не этими нормами живем. И потому не удивляйтесь этому, что так бывает в жизни. Соль. Мы часто говорим так. А сколько вы таких людей насчитать, которые все трудности, да трудности, да трудности. Вот, говорят, все живут хорошо, всем нормально, чем нормально, и чем нормально. Правильно. А соли много и не надо. Когда вы солите свою домашнюю пищу, вы что, тарелками целыми соль солите? Щепоточку, правда? На большую кастрюлю ложку соли хватает.
Поэтому пусть нам Господь поможет знать, вот поступать так, как написано здесь, чтобы осолить. Независимо от того, в какую обстановку мы будем поставлены. Зная, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умирая строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Пожалуйста, лицеприятие. Если у нас есть лицеприятие, у Господа не бывает лицеприятия. Давид был муж по сердцу, правда? Только она сделала преступление, то Бог так наказал. По всем правилам, по всей строгости. Правда, не снял с него, помиловал впоследствии, но наказал очень строго, потому что у него нет лицеприятия. Все мы его творение, всех он нас сотворил, всеми нами хочет пользоваться, богаты ли, бедны ли, это что неизвестно, кто в его руке важнее, для чего предназначены. А ну, разницы нет. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Чтобы вот так вот поступать, как здесь написано, так просто не будешь поступать, человеческими силами обладая. Здесь надо нечто большее, Дух Святой. То, о чем Господь здесь говорит. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Ну, дальше будет речь идти о всеоружии Божьем, это будет другая тема, поэтому сегодня как раз уже без 13 минут 9, потом пусть Господь благословит нас всех, пусть это слово сегодня ляжет на сердце наше, чтобы в будущее время нам поступать по Слову Божию и быть солью земли, быть теми людьми, через которые Господь совершает свою работу. Аминь.